Мэс Экстрактер. Очередная карта Шедоумана, ХМС Экстрактер, или извлечение. Карта клана ХМС для сервера Hardmaps. Так, ну вот такая карта. Короче говоря, тут озера, как я их называю обычно, Скорпионовые озера. Вроде больше ничего не видно. Или река, Скорпионовые реки. Западная река, Восточная река. Надо выдвинуться как бы с находящейся на западном берегу Западной реки точки X какому-то укреплению. А, ну я, кстати, помню эту карту. Вообще я помню ее. В общем, тут аэродром у них будет, короче говоря, находиться. Надо будет ликвидировать. А здесь по мостам к складам. Потом вернуться. Там можно будет, вот в гараж откроется, и на транспорте ехать на восток к второму мосту, закрепиться и штурмовать деревню, и потом еще отбить атаку. Ну, сейчас увеличим. Так, вот такое место. Короче говоря, это аэродром. Там вертолеты у них стоят в ангарах. Точка А, гараж потом откроется. И по мосту в Б, где там какие-то склады, кажется, с крепостной. Ну, это старая крепость с крепостной башней. Потом возвращаемся, открывается гараж. И поехали. Первый мост, второй мост. На восток, на восток. И тут такая вот будет деревня, где стоят вражеские какие-то машины. Тут вроде будет точка командная. Закрепляемся и кончаем там операцию. Ну, она такая не особо длинная, как видим по размерам, эта карта. Прочитаем описание. ХМС Экстрактер. Извлечение. По сообщениям, силы повстанцев готовят базу для штурма. Ваша задача предотвратить это, найти и уничтожить вражеские вертолеты. И уничтожить всех сопротивляющихся. Как только основная база будет в безопасности, найдите грузовики со снабжением и уничтожьте их. А затем уничтожьте войска, посланные, чтобы убрать вас. В общем, короче говоря, вот там вот эта основная, АБ это основная база, а вот та, которая на востоке, восточная база, там стоят грузовики. Вот такая цель. Цели: один, уничтожить вражеские вертолеты. Второе, ликвидировать сопротивление в цели Браво. Ну, наверное, вот эта цель Браво. Найти и уничтожить все грузовики снабжения. Ну, понятно, что они вот здесь стоят. 6 машин в гаражах, в ангарных. Остановить наступающие войска. Примечание. Путевая точка будет разблокирована после выполнения целей. Автоматическая настройка командных точек. Используйте F7 для выбора авто после респауна. Работайте в команде. В общем, короче говоря, надо выбить повстанцев с их базы и уничтожить потом грузовики на вспомогательной базе, которая в деревне находится. Вначале вертолеты. Первая задача. Карта называется ХМС Экстрактер. К точке по мере до открытия будут открываться. Ну, приступаем. Так, вот начало тут. По сути, просто на перекрестке дорог. Луна вон там видна в облаках. Вечереет, наверное, не знаю, что это. Это погода. Может, вечереет, может, нет. Очень красиво летят облака. Сейчас закроют, наверное, луну. Так, посмотрим, что тут отмечено. Надписей-то никаких я не вижу. Без надписей. Угу. Так что, как говорится, сейчас побежим. А, не должна быть долго эта карта. Побежали. Кузнечики поют. Так, сразу задача грузится. Ликвидируй вражеские вертолеты.
Так, очень сильно поют кузнечики. Ну вот, вид на город. Давай-ка заруфим. И позырим. Вот там дофига, давай. Ой. А что такое? Отлично. Там у воды они стоят. Вот там, вот видишь, видно, видно. Это как не крепость, а такое старое, старый храм, что ли, с башней. Так. Как никого нету. Ну, давай аккуратненько. Так, давай сейчас все откроем. Ой, блядь! Навернулся. Ну ладно, все нормально. Сейчас я хочу еще, правда, парашют с отсюда еще посмотреть сверху, что там будет твориться. Так, вот стоят вертолеты. Вот смотри, там стоит негодяй. Ну, такой вид, может быть, это для скрина даже будет использован. В общем, короче говоря, такой небольшой городок из двух-трехэтажных зданий. Вон там типа дятла кто-то. Так, ну, насколько я вижу, никого уже нет. Давай, пошли дальше. Эту карту очень много играли. И, кстати, когда вот какой-нибудь читак играет, вот с ней сложно. Вот там точку надо где-то взять сейчас. Лес вроде поет. Так, ну вроде все очищено. Ну все, заваляли. Они там все скопятся. Ну ладно, побежали по новой. Сдалека не так-то просто прицелиться. Ну идем. Какая-то будка. Слушай, не понял, откуда. Во-во. Попался. Короче, надо эту хрень банановую сейчас, как говорится. Так. Ну, не знаю, как назвать этот. Это как какой городок небольшой. Городок. Можно назвать дятловый городок, вон там дятлы кое-где слышно, так и назовем дятловый городок. Какая в сущности разница? Я помню, какой-то нуб, какой-то крокогатор, он вот так вот стоял за деревом и просто тупо вот так стрелял из... О как! О, шумит, как лес. Офигеть. Круто. А давай его назовем Шумск. Слышишь, как лес шумит, так так и назовем Шумск. Городок Шумск. Вот давай его чистить, этот Шумск. Ну, просто стоит за деревом и стреляет непонятно куда. Угу. Отойди, отойди. Так. Козел. Так, чисто.
надо, видишь, какие-то дворы вычистить. Так. Так, все нормально. Не, вроде хорошо. К точке я начинаем подходить. Привет тебе. Так, какой ты, блядь? Сука, расстреливает. Расстреливает. Козел. Так, ну тут нету проходов. Блядь. Из-под здания откуда ебет. Побежали по ной. Спасибо, Олеж. Блять, откуда ты? Не понял. Или свалился с крыши, вообще пизда. Плохи, что с крыши свалился. Так, ну-ка давай-ка посыпь. Надо в точке А закрепиться, что-то пока не выходит. Так и прут со всех щелей. Давай, рывочек. Все нормально. Их тут до хера, блять, в этом городе. Хоть они и рассредоточены. Ну все, точку А я взял. Сейчас ждем. Козлы. Так, все, точку А я взял. Так, хорошо. Хорошо, точка взята. Че, руфить-то будем это здание? Давай залезем. Нормально. Да блять, их там дохуя. Там до хера их бежит, слушай. Нормально. Там еще туда дорога пойдет на восток. Они там все. Ты, блядь. Ушел. Да сука. Ну вот видишь. Видишь, как нехорошо тут получается. Так вон там вертолеты стоят. Надо расколотить. А тут чё? Тут какие-то лодочные сараи, вроде как там ничего интересного нет. Короче, вот туда видна дорога. Нам предстоит туда идти. Гараж пока недоступен, но ну там стоят эти АТВшки и два джипа. Вот нам лучше, конечно, джип взять. Пойдем сейчас на вертолёт. Ты, блядь! Сука. Подкараулил.
Так откуда он выскочил? Смотри, как они падлы, вроде городок небольшой. А они все, все-таки тут их много было. Сука. Сидят там и тут, там и тут, понимаешь как? Так, вот тут два, три вертолета неисправно стоит, что-то на них висит. Little Bird, это, разумеется. Их надо бы долбануть. Вот первая задача это и есть. Ну, не будем расстреливать, просто сейчас кинем по заряду поскорее. Что тут возиться? Отходим. Это еще не все, тут, похоже, в ангаре еще стоят. Тут сразу 4 машины стоит. Ну вот, короче говоря, это последние вертолеты. Всего, получается, их 3 открыто стояло, 4 в ангаре. Вот такая вот вещь. Ну чё, пойдем подорвем, что ли, поскорее? Можем просто расстрелять. Но мы поскорее с ними кончим. Всё, с вертолетами закончено. Ликвидирую сопротивление. Что-то там типа такого. Уничтожь сопротивление. Ликвидирую всех сопротивляющихся. Путевая точка Браво. Ну понятно, туда в Браво надо идти. Да, пошли. Чтобы открыть. А, вот тут, слушай, открылся проход. Вроде шо не было. Вот открылся такой проход. Угу. Ну пошли. Не знаю, там есть негодяи, наверное, тоже могут быть. Ну сейчас увидим. Так, ключи там. Вот тут еще стоят два домика. На. О! Ух ты, сука! Сейчас туда попрется. Ну. Нормально, нормально. Сейчас быстренько давай по этим зданиям пробежимся. Да, тут вот такой небольшой стоит квартал из нескольких зданий, где вот тоже эти гаденыши имеют наглость жить, сидеть. Вот полезем, ну давай зарубим, да. В классической это ведь операции Тайфун вот эти только трехэтажные дома, самые высокие объекты. В эскалации там вот какие-то уже еще башни добавляются, но на них вроде только если взлететь, внутри лазить нельзя. Там они на аэродромах какие-то ставят ангары. Так, ну вот там что-то видно. Да, нам тоже предстоит идти сейчас. Вот в этот комплекс и предстоит проникнуть. Сараи. Слушай, насколько я вижу, там какая-то мразь двигается по дороге. Так, он еще сейчас попрется. Ух. Снайпершим. О. Да, блядь. Как они попасть. Такс. Вот надо в ту башню будет сейчас лезть. О!
Они такие толстожопые, так у них удобно целить. Их там бегает до хера, мне уже даже не попасть. Ну давай сарай очищать сейчас. Так, давай вот так увеличим. Пойдем сейчас в тот комплекс, не знаю, как его найдем. Прямо на воде построен. А можно назвать, я не знаю даже. Водная башня можно назвать как-нибудь типа так. Вода немножко мутноватая. Знаешь, чтобы он тебя не снялся. Там бегают патрули, так что давай-ка аккуратней. Конечно, когда толпой это проходится, то надо очень и очень все быстро делать. Иначе наверняка обойдут. Ну, пошли по мосту. Г-образный такой мост. Пошли туда, к храму. Из дерева сделаны, ну, с оградой, поэтому безопасно. Так. Пулеметы. Хорошо. На ходу ударить ножом по трупу не просто. Такое же извлечение. Такс, давай аккуратно заходим. Точка-то рядом. Но. Чтоб не убили, не убили. Надо аккуратно заходить, иначе завалят. Сюда туда парализатор. Сейчас забежим. Надо направо. Окей. Тут все очень и очень заросло. Ну это хорошо. Захвачена точка Б. В этой карте мало точек. Может быть там проходная еще будет С и последняя Д. А может только 3. Не знаю, посмотрим. Карта короткая. Не войте, не войте. Так, вот такая заросшая башня. Там, кстати, я сразу вижу чью-то спину. Вот надо сейчас взять штурм и... Так, тут-то никого нет, где фан... дети. О, кстати, бассейны с водой. О, может, видишь, как... Конечно, пустые, но тут с водой. Короче, надо что, дойти в башню? В башню. Можно туда гранату в подарок пока бросить. Ну привет тебе. Давай парализатор. Быстро пошел по этим проходам башню чистить. Такс. Такс. Пошли. Пошли. Так, окей, озеро-то само заросшее.
Точнее, даже не озеро, а как бы западная река Скорпионовская. Такс, такс. Такс. Ну все, давай слезать. Так, вон там вид на город. Угу. Да. Там носятся активно негодяи, надо бы снять кого-нибудь. Блять, БТР. У меня нет с собой. О, сука, сука, три БТРа еду. Надо валить отсюда. Так, а в Б, интересно, там есть? То есть это от арсенальчика там вроде есть. Надо с БТРами, видишь, как-то кончать. Джавелинчик. Они, сука, выкинули десант. Ну, с БТРами надо кончать. По-любому. Выбросили, зараза, десант. О! Карта эта считается довольно-таки легкой для команды вообще. Огромный десант выкинулся. Так, а где еще БТР? Вот хорошо, что джавелин есть. Блять, мимо пошла. Приехал большой десант. Так. Ну-ка, ну-ка. Какие-то одиночные гады могут бегать. Ну, десант вроде перебит. Там у них идет полоса регенерации, разумеется. Так. Так. Так, ну давай сюда. Так, все, за башней вроде все вычищено. Надо идти туда теперь. Открывать ворота. Ворота открылись. Ой. Сука, на последнем коне. На последней сволочи. Ну давай теперь возьмем опять огнемет.
нашли. Паразитка. Ну все, готово. Пишут, у них были кровати стояли в этих ангарах. Так, уничтожь грузовики снабжения. Уничтожь все грузовики снабжения. Так, а где у нас? Наверное, командные точки там, да, открылись? Да, точка D и E. А, открылись, вернее, C, D и E. C, вот она здесь в гараже, как я уже говорил, на входе. D будет у моста, проходная. А Е вон там в самом городке. В общем, первую часть операции я закончил. Ну, не сложно, но тоже повозиться надо было. Вот десант большой приехал. А тут у них такие вот кровати, они тут спят. Лежанки такие. Странно, что подушка на выход смотрит. Так, и вторая лежанка. И опять же, голова почему-то на выход. Странно. Да. Так. Ладно, кончаем этой херню страдать. Пошли, короче, отсюда вон. Так, пошли вон. Пошли к гаражу тогда. Брать машину. Слушай, там явно кто-то носится. Блин, кто-то носится. Кидать гранат, что? Не думаю, что я кого-то задел, но надо будет поглядеть. Ну и десанта. Из десанта два человека. Так, ладно, все, уходим отсюда. Пошли в гараж до машины. Да сейчас самый сложный этап туда, на восток. Да блядь! Падла ты, смотри-ка ты. На мосту прибили. Как-то засели на мост. Проникли на Г-образный мост. На кривой. О! Нормально. Ну, такая карта. Вниз. Ну так, можно и к разряду легких вообще отнести. Он водой затопило местом. Во, блядь! Там за хера херов несется. Ну-ка пошел. Блять, сука. Так, ну давай зад теперь возрождаться. А точку С он сейчас взять будет получше. Может, они из гаража сейчас вылетели? Непонятно. Только позырим аккуратно. Ну давай, давай. Все, я взял гараж. Так, вот гараж такой. Угу. 6 АТВ, 2 джипа. Вот стараешься всегда, когда толпой играешь в эту карту, как можно скорее. Как можно скорее захватить джип, значит, обломишься. Вот еще такой вид на башню. Пизда, блядь. Валит. Так, короче, мы тут закрепились. Дорога такая. Ау, ау, ау.
Короче, нам надо ехать вот по этой дороге. Ну, вид на мост. Так, надо ехать туда по дороге сейчас. Поедем. Ты, блядь. Слышишь, у этих козлов идет регенерация, поэтому надо отсюда уматывать, короче, теперь. Делать тут уже больше нефиг. И даже, кстати, больше от того, что... Поехали. 1300 метров. Ну, поехали. Дорога тут извилисто петляет. И огромные сюда тут толпой едут. Когда вот командный бой. Сюда толпой. Продвигаемся к точке Д. Чарли чуть. То есть, вернее, точка Е чуть подальше. Варочный мост. Первый мост был дерьмом. Слушай, блядь, стоять, стоять. Все, подавил. Так, ну все, берем. Ух ты, блядь. Откуда ты? Сейчас захватим слезу на лезу. Ну теперь берем уже. Все, все. Теперь насрать. С одного. Ну и вещи легко. С одного, как говорится, броска захватил. Конечно, тут врагов тоже хватает. Остается последняя точка Е. Для захвата. Ну все, захватили мы точку. В Е тоже на машине поедем. Ну, сука, там бегают. Ну, нахер с ним. Так, такой арочный мост, точка Д. Так, ладно, сейчас давай посмотрим, чтобы тут блок... Кауч никого не было. Удобно отстреливаться, кстати. Такс. Тесный такой, зараза. Нет, нормально. Ну, эти скорпионовские озера... Ну, уже мы на восточных озерах, надо заметить. Да. Ну что, поехали. К деревеньке. Деревня Заречная. Можно назвать так. О, блядь, что творят, падлы.
Их тут дохери, сейчас смотрим. Вот как будем прорваться-то? Место это сложное. Гранатометчиков, правда, нет, но тоже ничего хорошего. Павич, у них тут боевиков проходит. Тут кто-то окрытился. Не БТР ли там стоит, или джип какой-то, черт его знает. Блин, сложно подойти. Суки не дают пока ничего сделать. Если что, придется джип надо брать. Пизда творится. Хуй знает, что там делать. Ну попробуем на джипе прорвать.
какая-то ерунда. Ничего не сделать. Да, насколько легко я до арочного моста даже ехал. И сразу сходу взял, а там что-то не прорваться. Нет, это не легкая карта. Как минимум средняя. Она не легкая. Говоришь, легкая, да, фиг там. Легкая это бы сходу прошел. Ничего не легкая. Откуда бежит там-то? Откуда-то еще бежит? Вот. Да-да-да, там переться в здание как-то. Если удастся внутрь зданий проникнуть, нормально все будет. Если нет, тогда герды, сука, расстреливает. Пизда расстреливает. А пока не обращаем на них внимания. Где там здание от этих сраные? Вот уже это деревня рядом. Блять, там пулемет. Блять, убили. Надо было соскочить. Сука, смотри, сколько набежала. Где, интересно, ты там полег? В этом блокпосте. Ты ж пешочком-то туда хер пройдешь. Ну, попытайся. Я думаю, пешком тебе не пройти. Не попасть. Сука. Подави, подави. Готов. Мне чести вроде это стало поменьше. Вот за главная улица за речной деревней. Да, вот такая улица. Блять, не дал даже скрин, сука, сделать. Пизда. Я на секунду буквально соскринить не получилось. Сука, что ты уходишь-то? Вон там-то бегут. Не понял, не понял. Ну-ка, подавай, подавай. Всё, пиздец тебе. Так я не знаю, пешком туда получится пройти. Нет, что-то какая-то ерунда творится. Всё, попал. Самый сложный участок. Ну, когда я там закреплюсь, то уже будет пофиг, даже если они атакуют по новой, чё мне пофиг, я там буду сидеть на командной точке. Сука, наверное, по новой пошла регенерация.
короче, ни хера-то так не получится. Пока хер не отворится, не удается там закрепиться. Вроде конец операции, но что-то не получается. Дорога практически прямая, так можно без руля ехать. А вот еще интересная, кстати, спортивная карта есть. Вода исчезла. Под всеми, вернее, есть. Под тайфуном что-то скучноватое. Вроде две карты помимо. И там на баге можно кататься. А в эскалации АС-4 и АВ-2 там на мотоцикле, причем по таймеру. Очень красиво. Особенно в АВ-2 очень. Можно гонять. Болеть, как говорится. По таймеру. Прикольно так сделано. Блять, падла. Все, пиздец. Не знаю, как туда прорваться, что-то пока хреново. Нифига не выходит пока. Прыгай машину. Так, давай, делай такой скрин. Угу. Скрин. Блять, не добили. Хотя я тут прямо уже был в блокпосте. Дело плохо, нахуй. Вот сейчас я внутрь блокпоста на машине прорвался, но ничего не получилось. С налета что-то не выходит. Точка где-то наверху, что ли, не захватилась. Минимум еще один пулемет. А бежит так, сука, хер знает сколько. 300 метров практически. Пизда не дает ничего сделать. Ой, не дает ничего сделать, короче, не дает. Какая-то хрень получается. Банановая. Ну слушай, там козлина стоит. Стоп, стоп. Вроде снял им. Там надо закрепиться. Слушай, не. Ну надо хотя бы в одном доме закрепиться. А то получается какая-то ерундень. Блять. Нормально, давай быстрее в дом. Давай, давай. Не тормози, не тормози. Там до хуя, блядь.
Так. Туда гранату, пожалуй, брось. Мимо, что ли? А вот еще бегает. Да, это... Вот сейчас было опасно в агрессию завалить. Наверное, грузовиками сейчас заниматься не будем, надо. Вон, подожди. Брось-ка туда парализатор, может туда сопрорваться. Сука какая. Сложно, блядь. Он еще стоит. Слушай, теперь это сраная машина. Мешается. Блять, их дохуя просто. Так, ну чё, точку взял. Да видишь, каким трудом точку эту так не взять. Ну ладно, все, я закрепился в поселке, тебе надо грузовики быстро умотать, как говорится, в трех ангарах. Вот такое выглядит последняя точка Е в этом блокпосте. Что, давай уничтожать грузовики нафиг. Просто кидаем к ним мины поскорее. Что, не сработал? Сработал он нормально. Два последних осталось. В ту часть надо сходить теперь, конечно. Огонь просто охуенный. Долбает только так, как говорится. Давай в последний ангар потихонечку смотаемся. Так. Падла. Так, ну ладно, все, уничтожаем грузовики тогда. Thank you.
Штурмовики уничтожены. Остановите прибытие подкрепления. Это последняя задача этой карты. И все. Эти бляди со всех сторон атакуют. Ну, можно, в принципе, никуда и не уходить отсюда. Самое сложное, видишь, в этом поселке. Задачи. Подавишь, наверное, просто. Кожу немного. Что-то их скопило сколько. Охренеть. Вот там-то их дохуя, смотри. Там-то их дохуя просто бежит. Да. Не мертв, что ли, поиспользовать нет? Вроде как не должно долгое быть. Прибытие этих негодяев. Подход негодяев, точнее. Конец все равно уже скоро осуществим, наверное. А, все. Не более 5 минут, короче. Все задачи выполнены. Карта, считай, завершена. Все, дизайн Shadowman. Все, операция завершена, короче. Все, конец. Ну, такая. Ну, средняя по силе. Вот сложно в эту было деревню заречную проехать. Джон набирает 2110 очков, 361 фраг, 32 раза умер, 4 удачных выстрела. Карта называлась КМС Экстракт Тер. Или извлечение от Шадоумана.